Дорогие друзья, всем добрый день. Огромное спасибо компании Рейспорт, нашему отечественному производителю спортивных товаров, не только для единоборств, но в принципе для различных видов спорта, а в частности Юрию Мишкакову, генеральному директору. Предоставили Ярополк часть спортивной экипировки, поэтому я хотел бы вам показать. Вот это у нас называется спортивный костюм «Панцирь». Вот, это непосредственно для тренера. То есть у нас есть тоже, но это будет более такое масштабное, глобальное. Я имею в виду по сравнению с той атрибутикой, которая у нас уже есть. И непосредственно луки. Это в любом случае работа тренеров. А так как у нас начинаются через неделю индивидуальные тренировки сборной, как раз будем это использовать. Также нам предоставили два болгарских мешка. 16 и 18 килограмм. Это как раз для кроссфита. Предоставили нам две макивары еще для ног, так как у нас большая часть старых, только 4 новых. Вот еще добавились тем 4 новым, вот эти две. Самое главное то, что я хотел приобрести, это лапы. Потому что те лапы, которые у вас находятся в клубе, это с момента самого основания Ярополка. То есть им 10 лет. Там все было порвано, и поэтому сейчас вот такие изогнутые лапы, 26 штук, то есть до 13 пар мы все это сделаем. Так что Алексей Владимирович сегодня на рукопашном бое обязательно их проверит. И взяли ради эксперимента, я давно хотел посмотреть. Это щит тоже для работы тренера, то есть индивидуальная тренировка тренера и непосредственно спортсмена. То есть он так вот одевается, тут очень много различных лямок, и ты постоянно ходишь. Вот, ну, естественно, в голову прилетать не будет, а вся работа будет непосредственно корпус и ноги. Поэтому ждем всех спортсменов в клубе Ярополк. Не забываем, в воскресенье 9 августа в предстоящей у нас будет тренировка по боксу. Ждем всех желающих. Всю рекламу и промо-ролик выложим в течение двух дней. Всем хорошего дня!